Здравствуйте, уважаемые коллеги. В «Азбуке вкуса» впервые на российском рынке мы реализовали концепцию, при которой в сам супермаркет интегрируются точки питания. В наших магазинах удачно сосуществуют точки четырех концепций. В данном случае это кафетерий, еще у нас есть винные бары, устричные бары и гриль-бары. В зависимости от особенностей каждого супермаркета мы выбираем ту или иную концепцию для интеграции в магазин. В каждой концепции есть свое собственное меню, которое разрабатывается под строгим надзором нашего шеф-повара. Меню эти все не похожи друг на друга, но отражают суть той концепции, в рамках которой они сделаны. Отличием наших точек питания от мировой практики, в которой, в принципе, интеграция подобного рода заведений не является чем-то необычным, заключается в том, что все, что вы видите в наших магазинах, вы имеете возможность попробовать в кулинарии. То есть меню не ограничивает ваши кулинарные желания и фантазии. Каждый продукт, каждое изделие может быть сервировано и подано вам в любом виде, в котором вы хотите.